Так, друзья, ну что, всем привет из города Чэнду, Китай. Сегодня у нас необычная миссия, точнее у меня. Сегодня я с ребятами, с Димой и с Максом. Да, вот они. Сегодня мы идем, что называется, стритовать, попробовать заработать деньги уличным искусством. Они играют на гитаре, на укулеле. Ну а я буду максимально помогать им, чем смогу, учитывая все мои музыкальные способности. Сейчас ищем велики, вот один уже нашли, чтобы доехать до того места, где, в принципе, мы расположимся. Сделали таблички, я их чуть попозже вам покажу. Вот мы обзавелись бесплатными великами, многие из них просто открыты, это городские велосипеды. Но некоторые люди забывают их закрывать, их можно взять и бесплатно использовать. Не знаю, движение порой здесь кажется таким хаотичным, но в целом, когда привыкаешь, понимаешь, что очень даже безопасно, и я, честно говоря, никогда не видел ни одного ДТП велосипедистов, либо на скутере кого-то, либо на машинах. При этом все едут, в общем-то, как хотят. Кстати, знаешь, забавный факт? Здесь очень маленькая средняя скорость. По этой причине, даже если будет ДТП, то оно будет незначительно. Ну что, нашли место, попробуем здесь. Макс поедет в другое место, потому что нас будет слишком много на одной локации. Давай увидимся через пару часов. Давай, удачи. Косяк. Знаешь, чего? Какой косяк? О! А, нет. Че? Нам не во что кидать? Да, да. У Макса чехольчик он его кладет. Может, можете в магазине коробку попросить просто картонную? Это пойдет. Это прям вообще то, что надо попросить. Если у тебя... А как ты это попросишь? Не знаю. Ну, в общем, намутил картонную коробку в магазине. В принципе, очень быстро меня поняли. Вот наша знаменитая табличка. Практически легендарная. Любой может понять, что там написано. Да, сейчас мы кинем туда немного денег, так сказать, наживку. Давай. Ну все, поехали. Why we came in this city? Because our friend living here, and we travel by hitchhiking from Russia to China. It's very long trip. Thank you. Короче, пришла полиция, нас после долгих, точнее не очень долгих переговоров, нас выгнало, но сказали, что нам нужно уйти и снимать в другое место. Bye-bye! Yeah.
Ну все, теперь китаец за меня работает. Only after dark. В общем, такая тема, нас опять выгнали, но китаец, который был самый преданный наш слушатель, танцевал с нами и играл, он сказал, что сейчас куда-то нас отведет, где можно играть, но я не уверен, что мы едем туда. Короче, происходит какая-то адская фигня, и никто ничего не понимает, но нам хотят что-то объяснить, видимо, где можно играть или нет. Супер безэмоциональный китаец, супер вообще. Bye. В общем, вся эта движуха закончилась тем, что с нами просто все сфоткались и не показали нам место, где можно играть. Но я думаю, мы продолжим сами это делать. А, опять едем куда-то, да? Ну, он просто катает нас по городу, а мы со всеми фотографируемся. Видимо, такая система. Как, Дима, удобно? Да нормально, нормально. Смотри, за гитару волнуйся, так сидишь. Смотри, какой корабль охренительный. Настоящий корабль, походу. Да. Мне кажется, это гостиница теперь. Мы, судя по всему, приехали в парк. И они говорят, что в парке можно играть. Ну и сейчас мы это проверим. Красивый парк, кстати, ухоженный. Короче, китаец показал нам, где есть сцена. И здесь он сказал, в 5-6 часов будет много людей. И мы здесь можем выступить как рок-звезды, черт возьми. Но я не знаю, будут ли кидать здесь деньги и как это делать. Мы, короче, ездим по местам, где можно играть с китайцами на скутерах. Это очень прикольно. В общем, в очередной раз наш концерт завершается пришествием полиции. И я думаю, что на сегодня это будет все. Спасибо за концерт нам, вам. Увидимся, подписывайтесь на канал. Вот таким образом мы зарабатываем деньги в Китае. Точнее, благодаря Диме и его таланту и умениям сегодня. Ну что, друзья, с этой концептуальной коробкой, которая помогала нам сегодня на таком красивом месте в городе Чэнду, мы прощаемся с вами, но не навсегда. Оставляйте свои комментарии по поводу того, как зарабатывать в Китае на улице, если у кого-то был опыт или остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите.